Чем запомнится уходящая неделя, в обзоре далее. В понедельник в Красноярск вернулась делегация из Брюсселя, где первые лица края, волонтеры и известные спортсмены по главе с министром спорта России Виталием Мутко отстаивали право Красноярска на зимнюю студенческую универсиаду 2019 года. Это уникальная победа не только для нашего края, но и России. Такая универсиада будет проводиться впервые в нашей стране. Премьер-министр Дмитрий Медведев сразу же назначил куратора этого масштабного проекта. Им стал вице-премьер Игорь Шувалов. Дорогие красноярцы, я искренне рад за нас, что мы смогли доказать всему миру способности провести зимнюю универсиаду 2019 года. Эта победа была завоевана не простой борьбе, но она есть свидетельство того, что мы умеем работать, мы хотим показать миру Сибирь.